долго приехали, вылезай. Тесс, ты гонишь, что ли? Давай, вылезай, ты что там засела? Вот так вот она хочет на рыбалку. Тесс, поехали, пошли на рыбалку. Тесс, ладно, ребят, сейчас мы вылеземся. Ну что, всем привет, дорогие друзья. Приехали мы сегодня на рыбалку. Мы опять приехали с Тессочем. Опять она будет, походу, ловить рыбу. Я не знаю, зачем я вообще удочку взяла. Потому что сейчас главный рыбак только залезет в воду и следом поймает рыбу. Ну, ничего, так сказать. Я просто тут рядышком постою, послежу, а ловить она будет. Вот, сегодня что я взяла? Сегодня у нас так необычненько будет. Набрала я сегодня вещей, вот, вспомнила наконец-то, что я не на мотоцикле еду, а на машине, взяла ведерко, вот, замешаем прикормочку, взяла подсак, садок, путаю немножко, но я еще просто не проснулась с утра, вот, взяла я прикормочку вот такую вот, тутти-фрутти у нас, но еще в эту прикормочку мы добавим кое-что интересное, это у нас будет рисовый уксус, вот, такая вот штучка будет, не знаю, что из этого получится, может, рыба вообще не будет клевать, может, повезет и как клюнет, да, Тесс? Вот, вода у нас пришла, ее прям очень много пришло воды, и сейчас, считай, берег затопило, вообще не очень удобно, конечно, рыбачить, но это нам не мешает, мы погнали, взяла также вот рифтомит, кому интересно, использует клещей, сейчас я попшикаю окрестность тут, вот, и начнем рыбачить. Долго меня на рыбалке не было. Позже расскажу, почему. Ну и все, ребят, погнали, что нам тут говорить-то. Перед началом этого видео я бы хотела передать большое спасибо и большой привет тем людям, которые мне скинули немножко на бензин. Я уже говорила ранее, что кто будет скидывать, я буду, конечно же, благодарить, потому что я вижу все. Никак, конечно, я вам не могу ответить, только в видео. Вот, поэтому я хочу поблагодарить в этом видео Ларису Болеславовну, вам большой привет, спасибо большое. Также Василий Иванович, большой вам привет. И Олег Александрович, вам тоже привет огромный. Ну а мы погнали рыбачить. Сегодня, я думаю, будет рыбалка интересная. Деть. Вот тут. Рыбачить я буду вот тут вот. Так. Готово. Вот. Ну и погнали пшикать от клещей все. Тесс, отойди. Сейчас обработаем. Вот тут вот травы особенно много, чтобы они отсюда не лезли. Вот. Сейчас Тессочу тут обработаем. Не знаю, поможет, нет, но в бою все средства хороши, поэтому воняет, конечно, ну ничего. Сейчас проветрится. Ну и также попшикаю ноги. Пшикают его только на одежду. Вот. Ну все, ребят, погнали ловить, блин. Давно уже надо начинать. У кого-то с утра уже водные процедуры начались. Что-то ходит там. Смотрит. Ты ловить-то будешь рыбу? Когда ловить-то будешь, Тесс? Ты сегодня поймаешь хоть? Сазана, может? Ну, видимо, нет. Так, ну что, берем нашу прикормку. Иди сюда. Давай сюда. Давай, давай сюда иди. Сидеть. Вот, сиди, смотри, наблюдай. Сейчас мы тебе прикормки закинем в воду. Знаешь, как рыба приплывет на нее. И будешь ловить. Смотри. Тесси что-то запах не очень, хотя она любит всякое такое сладенькое, когда пахнет вкусно. Мне что-то ей в этот раз не очень нравится. Не пойму, у нас что ли поклевка идет. Так, ну, чуть-чуть замешаем прикормочки пока что. Угу. Наш рисовый уксус. Покажу поближе. А то, может, это будет действовать, и кто-то еще попробует на это половить. Ну, погнали. Ну, он пахнет, конечно, вкусно. Не знаю, что тут за ядерная смесь будет. Немножко подольем. Запах у него сильный. И все. Погнали ловить.
Ну, без тебя тут никуда, да, видимо? Тебе прям нужно тут быть. Ой. Помешаем нашу припоймочку. Походу, еще подсыпать нужно будет. Что-то маловато я замешала. Может, и пойдет. Так вот она лепится. Сейчас подзакинем. Ребят, кстати, у меня новая удочка. Акума, пятиметровка. Недавно ездила с ней на рыбалку. Получилось вырваться. Ну, в принципе, меня все устраивает. Вот. Такая легенькая при вываживании. Ну, а там дальше посмотрим. Если что, ссылочку оставлю в описании. Оба, поклевочка. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Есть. Есть. Не пойму только, что это. Это либо. Ну, это рыба. Я вам скажу, это рыба. Это карасик. Упс. Это здоровый карасик, ребята. Ух ты. Вот это я понимаю. Тесс, нельзя. Тесс, давай не надо. Хороший карась, мы тебе его сварим. Тихо, 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 тихо. Нельзя. Нельзя. Я его сейчас сама подниму. Я его сама возьму. Не надо. Не надо. Ну, это здоровенький, ребят, карась. Это вообще бомба. Я сейчас вам покажу. Ну-ка, сядь. Сядь. Иди сюда. Выходи с воды. О, обалдеть, да вы видите эту ряху. Тесс, смотри, сейчас я с крючка сниму. Нельзя. Вот такой вот, смотрите. Не, не надо, не надо. Тесс, ему больно. Мы его заберем тебе в садочек. Так, ну рыбка в садке у нас готова. Так, сейчас куда-нибудь прицепим, чтобы вот этот вот маленький ужас не взял. Закинула сюда. Просто даже интересно, что же она делать будет. Ну пусть смотрит, как рыбка плещется в садке. Ну да, на стульчике поудобнее, конечно, сидеть. Сейчас... закинем нашу прикормку. Оба, оба, оба. Главный рыбак не поймет, что там такое в воде. На, на, смотри, что у меня есть, Тесс. Что-то ей не нравится. На, смотри. Иди сюда. Смотри. Не очень тебе? Оп. Такс. Тесс, да это прикормка. Это чтоб рыба приплыла. Эх ты. Какой раз на рыбалку ездит, еще не знает, что это такое. Ничего, научится. Так, ну, в принципе, пока что хватит. Как будто у Тессы зеленый хвостик торчит. Тесса, ты когда ловить будешь? Меня не клюет. Я не знаю почему, но у нас пока что поклевок нет. Уже, наверное, с минут 40 где-то сидим, ждем. Ну, может, как пригреет, потому что сейчас погодка. Вот недавно у нас, ну, неделю дожди были.
Вот, рыбалка вообще никакая была. Ну, ее вообще не было, потому что никак не проедешь. Дождь, ливень, грязь. Поэтому ждали. Вот только сегодня день солнышка, ветра нету, более-менее тепло. Да, блин, ну как так? Ну, это просто я. Упустить первую поклевку, которую мы с Тессой ждали целые 40 минут. Ну, это какой-то капец. Тесс, ты представляешь, я упустила поклевку. Ничего нельзя доверить. Ну, надеюсь, следующая будет. Да, сегодня, видимо, реально погода действует. Пока этот дождь был, поехала машину отремонтировала. Ну, там так чисто. Когда покупали, нужно было заменить. Вот. Бензин залила. Всем большое спасибо, кто скидывал на бензин. Мы сегодня погнали на рыбалку с Тессой. Вот. Уже потихонечку учусь в город ездить. Недавно вот ездила первый раз. Ну, в принципе, нормально. Вот. Главное аккуратность. Остальное уже придет. То есть ты, может, ко мне подвинешься? Что-то там в углу забилось, как бедный родственник. А вон смотри. Вон смотри. Вон, Тесс, вон смотри. Два главных. Эй, рыбак, ты куда? Только хотела сказала, два главных рыбака следят за поплавком. Ну, один рыбак покинул ряды. Я не знаю, что такое, ребят. Если бы я знала, что это такое, но я не знаю, почему у нас не клюет. Видите, не всегда, конечно, бывает такое, что у нас хороший клев. Поэтому очень обидно, конечно. Я так была настроена на рыбалку эту сегодняшнюю. Вот. А в итоге, походу, нет. Походу, ее не будет. Ну, нам бы хотя бы чуть-чуть поймать. Я сегодня взяла все, чтобы взять рыбу, но садок, ведерочко. Ну нет. Прям вот когда все берешь, когда готовишься, нифига не клюет. А когда приехал вот так вот, невзначай, наловишь рыбу по-любому. Ну ничего, подождем. Ух ты, есть! Да неужели, ребят? Мы кого-то поймали с вами. О, вот это карасик. Я поняла теперь, кто клюет. Это вот это вот чудо мелкое. Тесс, иди сюда. Ну-ка разберись. Разберись с этим. Иди сюда. Сядь. Сиди, да. Ты видишь, что это за чудо такое? Ну вот что это такое, Тесс? Это что, карась, что ли? Вот и я о том же. Давай его выкинем. Пусть не приходит больше. Ну, теперь все понятно. Кто там клюет и кого я не могу подсечь. Да, вот это, конечно, вот это плохо, ребят. Он нам не сдался с вами. Нам нужен большой карась. Мы требуем большого карася, а не вот эту вот мелочь. То есть тебе палка эта нужна, да? Прям мешает, походу. Палка, видимо, ей прям мешает это. Надо ее обязательно сломать. Не знаю, видно вам, но она палку ломает. То есть ты на камеру что-то хочешь сказать? Встала. Ты жалуешься то, что рыба не клюет? Ну, я думаю, да. Да это... Я просто не могу это поднять. Что это такое там? Капец.
Эй. Ну только давай без зацепов. Скажу, ребят, мы оторвали крючок, да. Не брала я с собой крючки, ни запасные удочки, не знаю, что там было. Поклевка шла такая хорошая. Вот, я все начинаю подсекать. Подсекла, все, повело. Я не могу просто поднять это сначала. Вот, но оно шло, как будто рыба, правда, шла. И все, потом просто уже никак. Я и так пыталась. Вот. Ну, в сторону. Пришлось просто тянуть. Вот, поплавок на месте, крючка нету. Ну, конечно, печально, не знаю, что это такая за рыбалка получилась. Но я все равно, ребят, это выложу. Вот, потому что потом у нас погода плохая, пока что рыбалки особо нет. Ну, хотя бы такое выложу. Мы сегодня поймали всего сколько? 2 карася. Вот и такая рыбалка бывает, когда оборвал все, блин. Просто обидно, что вот так вот получилось. Ну, хочется мне это видео выложить. Сегодня погодка хорошая, просто прекрасно на улице. Не знаю, зайдет этот видос или нет. Пофиг. Все равно выложу. Хоть посмотрите, какая тоже бывает вот такая вот рыбила. Ну, блин, 1 карась. Ну, он хороший, конечно. Не знаю, брать, не брать. Ой. Наверное, все-таки возьму хотя бы 1 карасика, сварим ей. Вот. Прикормочка осталась еще. Ну, вот такие вот дела. Я не знаю. Такая вот рыбалка получилась. Сегодня, конечно, знаете, я когда добавила этого рисового уксуса, хорошо рыбалочка прям пошла. Начало клевать. Я потом еще раз закинула чуть в другое место, вон туда, куда я сейчас кидаю. Вот. И прям поклевочки пошли. Карась довольно-таки хороший. Уже не так то, что, блин, поклевка 1 в час. А уже, блин, 2 минуты, наверное, проходит, и все, поклевочка идет. В принципе, хорошо было. Ну, вот так вот получилось, блин. Давай. Давай. Может, ты сама? Ой, господи, толстая жопа. Ну что, это вот что мы сварили, тесочки. Вот. Тут икра и немножко рыбки. Но это все с одного. Сейчас будет у нее перекус. А она прям обожает рыбку. Сейчас трепает. Давай. Вкуснятина икра. Скажи, какая вкусненькая. Да? Вот. Ей прям очень рыбка нравится. Я ее от костей очистила. Все вот так вот получилось. Ну, икры, кстати, прям очень много в этом карасе было. Кушай, кушай. Нет. Жди. Можно? Нет. Нельзя. Жди. Можно. Можно, кушай. Подожди, давай я тебе помогу. Вот так вот.